17 декабря в 12 часов дня в Большом зале заседаний Дома правительства состоится торжественная церемония оглашения главой Чувашской республики Михаилом Игнатьевым ежегодного послания Государственному совету Чувашской республики. Смотрите и слушайте послание главы Чуваши Госсовету республики на портале органов власти, в эфире национального телевидения Чувашии, национального радио Чувашии и родного радио 103.3 FM.